Так бы всегда.
Эй, капитан, все нашел? Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Поемка! Давай, капитан Вонючка, скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи!
Ahoy! Be welcome here. Stop, I tell you. Thank you.
Don't bloody lose me!
нужно. Someone's eye goes.
You can't outrun fate!
стоп! Go away. Stop there. Come back here, you sentient yet. A clear shot. Escape us!
stop! Stop, man! Bastards in my sight! Alarm! Rouse yourselves, you stallards! You heard it. Thank you.
Follow the Pope. Your choice.
тогда. Хватит ходить вокруг да около. Нассау должен быть нам. Спорю на свой нос. Нашел на что спорить, Пит. У тебя там разве нос? Рыло, как у дельфина. Эй, бросай эти дурацкие шутки. Нам надо дело делать. Клянусь богом, вот славная встреча! Выпей с нами! Привет! О, Кенли!
А это кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Всех на Галку. Я найду им дело. Счастливо! Вы не того взяли. За что я вам сдал? Капитан Кенвей, вовремя вы. Жду на борту. Хочешь полсотни линьком заработать? Грация, благодарю. Теперь я ваш капитану. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Thank you.
Now, what? Truly senseless. Вообще, капитан, быстрее! Там схватили одного малого, хотят повесить. На руках этого пирата кровь множества невинных жертв! You! Stop! With me! Unless you want trouble. Wait a minute. Now what have you stopped here about? Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда, как Эльдорадо или источник молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница, и там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки. My friend. Утро доброе. А неплохую игрушку ты раздобыл. Какой-то ты зеленый, Хорниголд. От зависти? Потому как у меня больше? Да, небось, опять эта дрянь с Ямайки. Предпочитаю испанский. Итак, ты обзавелся роскошным бригом. Ладно. Я научу тебя управлять им. И заодно тому, как брать приз в бою. Тэтч, жди в старом рыбачьем поселке. Ага.
Где твой рулевой, Конвей? Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежней. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении, другое возглавлять. Итак, ищем купцов, мальчики. Их суда набиты грузом. Возьми трубу и найди нам шхуну, Кенуэй. Ты увидишь, что именно они везут. И заодно поймешь, насколько защищены их корабли. Пошутить вздумал, друг? Давай, доставай трубу. Вот достойный приз. Отлично. Теперь сближайся. Когда ты уже взял приз, демонстрируй власть и требуй от пленников огромного уважения. Это подчиняет тех, кто слаб бой. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение и преспокойно вспороть им брюхо. Стреляй сколько угодно, если будешь осторожен. Только не затопи корабль. Вылавливать груз из моря не весело, но и это возможно. Слышал я, капитан? Все приказ, шхуна, судя по всему. Сам! Испанцы! Держитесь! Только один, Кэп! К бою готов, сэр! Пустить все, кроме гротов! Бомбрамсели убрать! Корабль не на ходу, к тому же зачерпнул порядком воды. Довольно, Полин! Иначе попросту затопишь его! Подходим к ним! Мы готовим крюки! Сеньор, я капитан Хорнигол, а это моя команда. Мы моряки, как и вы, но цели наши весьма разнятся, ибо мы жаждем лишить вас благ земных. Однако же мы пощадим жизнь всякого на этом судне, кто покорится нам. Все ясно? Ну, мы мате, сеньор. Tengo familia. Se lo suplico. Кто здесь знает английский? Инглес! Мало. Скажи, друзья, мы забираем ваш груз, но никого не тронем, если все будут спокойны, как паруса в штиль. Ясно? Повторить прошу. Да чтоб вам лопнуть. Заприте их в трюме и забирайте все, что не прибито. Добыча, Кенвей. Еще с полдюжины таких дел и денег на год хватит. Вот продадим груз и добавим еще пару безделушек на твою галку. Что мне год? Я ищу приз, которого хватит на всю жизнь. Я буду королем Вест-Индии. Вспомни, мы сбежали в Насау, чтобы забыть про королей. Что ж. Благородным и состоятельным джентльменом. Хватит уже про свою красотку. Наш дом Насау, не Англия. Ты не мечтал о большом кушке? О корабле, где столько золота и серебра, что тебе на всю жизнь хватит. Мечтал, но что с того? Неплохо бы найти десяток ничейных сундуков с золотом. Но
Но это как честный король, ре. Нас носит к берегу! Придите все морзя! Капитан! Кроки по ветру! Отдать кроки! Затянем нашу! Hacer hoy por usted. ¡Ah!
Неплохой был день. Если так пойдет, Насау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. Не опозорь. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен. Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалить. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кенвей. Капитан на мостике. Наддать скорости! Спустить паруса! Подобрать паруса! Капитан в воде! ¿Puedo ayudarlo con algo? En otro momento. Thank you.
Спустить паруса! Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалить. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кенвей. Debe de haberse escapado de algo. ¿Cómo le vas? A partir. El nuevo embarcadero nos va a tocar el rescate. Debe de... Thank you.
К бою готов, сэр! Блин! Дьявол мимо! Пушка готова! Блин! Мимо! Стоим надежно? Блин! Не вышло! Перезаряжай! Стоим надежно? Давай обратно! Обратно! Идите к дьяволу! Блин! Хороший залп нам поможет! Стоп! Готовы бить, сэр! Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! Блин! Удачная позиция! Стоп! Они уязвимы здесь! Надо бить! Блин! Держись! Сейчас толкнемся! Блин! Блин! Идем на абордаж! Вы все враги, сэр! Задраить люки! Назад.
Только скажите, как! Сам! Готов, сэр! Не суемся под пушки! Зал! Почти готово! В этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалеть. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кенвей. Приближаемся, капитан. Бедняга выжил. К бою готов, сэр! Не вышло! Обрасовить дрей к ветру! Убрать кроты! Живо! Держаться, парни, мы сходимся! Рифи, Марселя и Брамселя! Поймать ветер! Отдать кроты, парни! Меняем курс! От ветра!
паруса спускать! Убрать кроты! По ветру! Отдать скорости! По местам! Отдать гроты! Нагитовые! Гроты отдать! Вперед! Трави! Трави! Ох, Нагитовы! Живо лодыри! Фоке. Вижу корабль. Военный брик на горизонте. Зоркий глаз, друг. Ты готов, Кенуэй? Этот корабль без боя не сдастся. Кто за то, чтобы взять брик? Крикните «да!» Это я и ждал услышать. Готовимся к бою. Осторожнее с ними, парни. Могут протаранить или открыть. Попробуем на них почетки спорта. Да, это мы. Блин! Готовы, все! Арселя! Арселя! Вот это наш десятка!
Корабль! Бой готов! Бой готов! Сау! Вон слабое место! Блин! Блин! Ну попади же ты уже! Жду приказания. Блин! Пойдет на тарас. Держись! Блин! Осторожней, капитан. Блин! Не вышло. Меньше ход. Держись! Сейчас толкнемся. Блин! Выполняем. Удачная позиция. Блин! Они уязвимы здесь. Надо бить. Сам! Подходящая дистанция! Блин! Блин! Удачная позиция! Блин! Уже... Свободу фронта! Трави, накидывай! Спустить паруса, ловим ветер! Убавить паруса от пули! Всем наверх! Бомб рамсели убрать! Крюки готовы! На бойня права. Что в итоге? Выгодная сделка, точно. Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. Впереди скала!
Впереди с... Магитовы! Ослабить Бизань! О, Кэллори, нужно исчезнуть? Спасибо. Считай, грехи тебе отпущены. ¿Qué le trae por aquí, капитан? Браво, Кенвей! Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягость. Ха-ха! Здор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай! Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит только по мане. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. Красотка, расправь крылья! Осторожнее, капитан, тот постоянно патрулирует враг. Слева! Ого, добыча! Спустить бомбу на Марселя!
Ротаста, тот фала потянул. Он осуземля, сэр! Отход, Рэн! Паруса спускать! Убрать гроты! Капитан в море!
Вот это да! Да ну! Отпрыск самого Уильяма Кида. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. Весьма рад встрече, Кенуэй. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Пожалуй. Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций, и он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним. И он выведет тебя к цели. Да, да. Там господин Бекфорд одобрил эти цены. И он уверен в качестве товара. Ну да, паток и тростник ничего так, не подборешь. Я очень рад, что вы так считаете. Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. Thank you.
Боффорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр. Куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товара. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местным. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Поднять флаг, парни. Пора домой. Supper. Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Абе. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только за. Запивай, парни! Стой, Абе. Впереди враг. Я вижу. Человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфордов. Да. Бекфорда и Дракса. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. Варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Сделать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сахар. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат, нет ничего горячее кипящего сахара. Он липнет к коже, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Господи! Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь. Ты на берег. Мы присмотрим за галкой. Капитан в воде! Что здесь случилось?
чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Бог мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Простите, сэр. Я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Здесь за все отвечает. Мне нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумков ключ от склада? Ну? Трезвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада! Ага, еще камень.
Short work are you? Whatever enraged you. Wow. I'm not here. You never saw me. Let's up. Intruder!
капитан на вахте. Поймаем ветер! Просопить рей! Поднять паруса! Готовьте вельбот, парни! Канат держится! Держись, уходим! Не нравится? Да! А, да! Упустили! Я что-то вижу. Берегись! Справа! Крюками ее! Вот скользкая тварь! Держи! Все, слабеет! Яблочко! Пусть попробует железо! Канат лопнул, сэр! Он идет на нас! Справа! Да, Мари, конец! Уходит! Какая громадина! Славная добыча! Дистанция!
Споем, что ли? Ослабьте старушку, ребята! Паруса отдать! Все паруса отдать! Мы идем прямо на утес, сэр. Спустить промселя и бомб промселя. Трави! Трави! Марсели, гроты убрать! Чего она болтается? Хочешь отвадить стражу? You feeling all right?